Всем привет! И хочу представить вам на обзор вот такие часики, приобретенные на AliExpress за $10.32. Данные часики в Беларусь, в Минск, прибыли за 18 дней. У продавца имеется, наверное, 8 вариантов расцветки ремешка. Ремешок, сразу скажу, здесь пластиковый. Даже не ремешок, а браслет. Он полностью пластиковый. Часы очень легкие. По функциональности они очень схожи с часами Pace New. Некогда я уже делал эту распаковку и обзор на эти Pace New Labgo. В данном случае у нас часы бренда SQMEI, а модель 1016. Кстати, сразу скажу, что задняя крышечка на металлическая, здесь укажем бренд, модель и то, что они влагозащищенные. Часы кварцевые, на батарейке имеется аналоговый стрелочный индикатор и также цифровой, жидкокристаллический. Функциональность клавиш аналогична предыдущим часикам, этим поясню Labgo. Вот это клавиша подсветки, клавиша выбора режима, отображение. Имеются будильники, настройка, это клавиша переключения значения, которое необходимо изменить, эта клавиша изменяет это данное значение. Аналоговые часы настраиваются такой вот вращающейся головкой. Она извлекается, настраивается, устанавливается. Аналоговые только показывают время. Brand SQMEI, цифровое время. Здесь, значит, показано месяц, день, дата, день недели, в цифровом виде время, значит, здесь включенный режим включения будильника, звуковой сигнал по истечении каждого часа. Звук тут какой-то очень слабенький такой. Застежка на часах здесь стандартная. По бокам две кнопки. Вот так вот выглядят они на руке. Итак, в чем разница? В чем достоинства и недостатки тех или иных часов? Например, Pace New Labgo или SQMEI. В принципе, механизм одинаковый, но, во-первых, давайте взвесим и те, и другие. Итак, часы Pace New Labgo весят 57 грамм. Часы SQMEI 64 грамма. Но увеличенный вес обусловлен тем, что здесь используется металлический, больше металлических частей. Далее, наверное, отличу в лучшую сторону, как достоинство, здесь более удобный браслет для надевания, чем ремешок. Как достоинство, наверное, тоже отмечу больше диаметр циферблата, вот если сравнить даже так. Далее, здесь более жирные сегменты цифрового индикатора по сравнению с этим. Небольшое, но отличие есть. Одним из достоинств отмечу, что здесь люминофором покрыты стрелки часовая минутная и даже кончик секундной. Здесь только часовая минутная. Часовые деления на циферблате ни здесь, ни здесь люминофором не покрыты, поэтому в темноте можно только по ориентации стрелок определить, какое время. Вот это кольцо, оно не вращается. Здесь какие-то нанесены деления. Но отмечу, в этих часах более громкий звук будильника. Здесь он более мягкий такой. В основном, схема управления идентична. Ссылочку на эти часики оставлю под видеороликом в описании. Кому понравились, приобретайте.
как я уже сказал, имеются расцветки, очень яркие расцветки вот этого браслета. В данном случае это черный вариант полностью. Оформление именно циферблата часов непосредственно. Они, кстати, пластиковые. Во всех часах одинаковые. Отличается только цветовое оформление браслета. Все, всем удачи. Увидимся в новых роликах.